есть общественный канал – это канал для всех слоев населения, для народа, будем так говорить. К сожалению, вот на мой взгляд, конечно, общественным телевидение и радио мы еще не стали. Радио еще, как говорится, вот я вот слушаю их сейчас, и вы знаете, достаточно, как говорится, неплохо. А с телевидением у нас вот почему-то всегда получаются проблемы. Проблемы получаются почему? Вот последний месяц идет массированная атака именно на наблюдательный совет. Я, честно говоря, удивилась. Я думала, ну, неделю поговорят, две недели поговорят, успокоятся. Нет, я смотрю, что все это, как говорится, набирает и набирает обороты. И я вот сейчас начинаю понимать, что это способ давления на наблюдательный совет, потому что кому-то очень не нравится наша принципиальная позиция. Именно то, что мы хотим отстаивать прежде всего интересы телевидения для народа. Кто-то очень хочет сделать, и, к сожалению, им пока это еще удается, телевидение для определенной партии. Приходят к нам на наблюдательный совет, и депутаты приходили. И оказывали давление, и по телефону оказывали, лично мне давление. Но я сказала, что мне нечего бояться и нечего делить. Ни с партией демократической, ни с Анной Харлампиевной, ни с членами партии.